шариата. Если вы не мусульманин, тогда светская судебная система. То есть здесь, видите, две судебные системы. Так вот принято в этой стране. И вот с правой стороны красного цвета это шариатский суд. А рядышком Министерство энергетики. То есть все это министерские такие вот здания. Подъезжаем к выставочному комплексу. Абу-Даби национальный выставочный комплекс. Неоднократно здесь проходили выставки разные. В прошлом году, в феврале месяце, проходила выставка продажи оружия. Странные производители оружия, лучшие свои образцы сюда привозили. С левой стороны красивейшие дворцы богатых людей. Вот так живут долларовые миллионеры в Абу-Даби. Богатые люди, владельцы крупного бизнеса, чиновники. Это не шейхи, это вот богатые люди так живут. А с правой стороны мы с вами видим выставочный комплекс, трибуны для зрителей. Видите, вот сюда приезжают, чтобы событие какое-то отметить. 6 отелей обслуживает этот комплекс. Один из отелей – Hyatt Capital Gate. С правой стороны подсвечивается голубым цветом самое наклоненное здание в мире. Это официальный рекорд книги Гиннесса. Наклон на 18 градусов. Видите, какое оно интересное это здание. Огромный фундамент 300 метров квадратных. Там мощнейший фундамент, чтобы этот наклон был возможен.